лечение тяжкого здоровья в связи с большой повышенной общественной опасности. И в настоящее время те обстоятельства, которые послужили в свое время основанием для избрания мер ключей в отношении подсудимого, они не изменились. Мы полагаем, что на данном стадии процесс имеет основание полагать, что при избрании более мягкой меры пресечения подсудимый может скрыться от суда, иным образом затвергаться прирос по делу. И при ним другой, более мягкой меры пресечения, на наш взгляд, не может являться гарантией тому, что Ирлыков наконец-то не событие, не примет мер к созданию условий, препятствующих эффективному судебному рассмотрению. Поэтому мы настаиваем на продлении срока содержания под стражей подсудимого. Адвокат Майданчук, защита интересов нашего клуба. Уважаемый, мы считаем, что когда избиралась мера пресечения, соответственно, были выявлены обстоятельства, выступил с силу решения суда об избрании меры пресечения. Сейчас же стоит вопрос у нас именно о продлении меры пресечения. И мы должны рассмотреть вопрос как раз именно о том, что остались ли эти обстоятельства, которые были при избрании меры пресечения, или они отпали в настоящее время. Да, события преступления у нас есть, да, Ижмуков обвиняется в совершении преступления, это обстоятельство не отпало. Но при этом хотел бы обратить внимание, что избиралось мера пресечения в соответствии с постановлением об избрании меры пресечения для того, чтобы исключить влияние Ижмукова на органы предварительного расследования, на свидетелей, а также на сбор доказательств. Следствие у нас закончилось, свидетели допрошены, доказательства находятся в распоряжении суда теперь. Соответственно, за все время предварительного расследования Жмуков не совершил или кто-то из людей по его просьбе таких действий, которые бы влияли на органы предварительного расследования, на следствие, на сбор доказательств или на свидетелей потерпевших. И с этим обстоятельства, о котором сказал уважаемый обвинитель, в виде воздействия Жмукова на органы предварительного расследования, на сбор доказательств, оно отпало. Таким образом, у нас остается только одно обстоятельство – это совершение преступления, в котором его обвиняли, за которое предусмотрено наказание свыше 3 лет. Согласно постановлению Верховного суда Российской Федерации, не может предъявляться срок содержания под стражей только на основании того, что на основании тяжести совершенного преступления. Так как других обстоятельств нету, мы считаем, страна защиты консолидирована, считает, что необходимо изменить меру пресечения Жмукова, и мы ходатайствуем в суд изменить меру на домашний арест по месту его регистрации, либо на залог в размере 3 миллиона рублей. Я думаю, что Александр Иванович также может сказать, что воздействовать на свидетелей, скрываться от следствия он не будет. При этом хотелось бы обратить внимание, что в принципе при избрании и продлении меры пресечения необходимо представить достаточные доказательства, которые бы свидетельствовали о том, что не избрание или не продление этой меры пресечения повлияет на судебное решение в данном случае. Кстати говоря, хотелось бы обратить внимание, что мера пресечения избиралась на время предварительного расследования. Сейчас же у нас судебное следствие. Вот. Таких данных сторона обвинения, прося продления, не представила. В связи с этим мы просим как раз отказать в удовлетворении ходатайства стороны обвинений и удовлетворить наше ходатайство. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».